Будет новацией, это то, что будут сокращаться сроки изоляции прибывающих из стран и сроки пребывания контактов первого уровня на карантине. Будет 10 дней. Мы посмотрели наш опыт. Контактные лица, если заболевают, они заболевают на 7-й день. 7-й день исследования, до 10-го дня мы смотрим клинические аспекты и на 10-й день отпускаем людей. Это, мне кажется, добавит большего удобства тех, кто прибывает из-за рубежа, еще раз повторюсь, ну и тех, кто вынужден будет находиться на самоизоляции. У нас нет чувства тревоги в отношении наступления эпидемического сезона. Единственное, еще раз повторюсь, мы хотели бы обратить внимание всех и каждого в том, что если есть возможность, а эта возможность должна быть, не надо пренебрегать теми мерами, банальными мерами предосторожности, которые приводят к отличному результату.